Многие знают про зверобой, про целебные свойства зверобоя, что он улучшает и общее состояние, дает силы, улучшает пищеварение, улучшает сон. Но не все знают, когда нужно собирать зверобой. Вот зверобой нужно собирать тогда, когда есть цветки и есть уже половина примерно уже засохших цветков. Тогда зверобой действует во много раз сильнее, чем в другое время. Поэтому нужно поймать время сборки зверобоя.